Так, добрый вечер. Ой, какой у меня голос интересный. Добрый вечер нашим посетителям нашего концерта. Хотел сказать о том, что сегодня наш состав практически на 50% это новые музыканты. Это некий эксперимент, ну, в силу того, что, ну, сами понимаете, люди работают, и мы очень быстро собрались, чтобы сыграть сегодня какое-то новое прочтение наших композиций, точнее, композиция Ахмада Бакаева, который является автором, композитором всей музыки. Вот первая композиция называется «Экскаватор». Thank you.
духовые Владимир Тимон, ударные Сергей Остроумов. Следующая композиция называется «Холмы». И я хотел пригласить на сцену Анжелику Маркову. Thank you.
Питер Тирон, флейта. Сергей Остроумов. Ахмат Бакаев, автор этой композиции. Я приглашаю на сцену Анжелику Маркову. Прозвучит композиция «Левитация». Thank you.
Следующая композиция называется «Вечный шах». Название взято из шахмат, как вы понимаете. Thank you.
с вечным шахом что-то у нас не очень получилось. Сейчас Ахмат сыграет порыв своей души на рояле. Мы предоставим ему эту возможность. Спонтанно также было дано название «Алушта», никакого отношения к политике не имеющее, это абсолютно точно. Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция «Эпитафия». Эта песня посвящена бедной несчастной собаке, да, которая жила, кстати, на оборонном предприятии «Алмаз». И, собственно, звали собаку «Алмаз», и она была любимицей всего, точнее, это был он, да? Этот пес, его любил весь эстоборонный завод. Thank you.
Как вы понимаете, у нас сегодня происходит вторая репетиция, ну, в этом составе. Можете нам простить некоторые огрехи. Вот сейчас прозвучит композиция без названия, условно называется 7 восьмых, я не знаю. Как вы заметили, у нас одни нечетные размеры практически. Ахмат на другие не сочиняет просто. Вообще-то это именно произведение. Под чутким руководством автора. Thank you.
спасибо. Я хочу пригласить на сцену Анжелику Маркову и прозвучить произведение «Дельтаплан». Ну, это не имеет отношения так к Валерию Леонтьеву. Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. В заключение мы сыграем это произведение под условным названием D1. Thank you.
большое. На этом наша выездная репетиция закончилась. Спасибо за прослушивание. Ахмат Бакаев, автор музыки, рояль, синтезатор. Сергей Остроумов, ударная. Владимир Тирон, этнические духовые инструменты. Дмитрий Рыбалов, бас-гитара. Спасибо. Анжелика Маркова, сейчас меня проклянут. Вокал. Мандрагор. Я больше не скажу, я скажу. Лас маракару, макару. Все, я пошел, я пошел. Кстати, у нас в зачаточном состоянии находится сайт кожбакош.ру, по-моему, да. Одним словом, кожбакош.ру. И есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке, так что милости просим, приходите туда. Спасибо еще раз вам.